продолжаются матчи по футзалу на Кубок Измаила, которые проходят по олимпийской системе. 22 января в спорткомплексе «Портовик» в полуфинале Кубка встретились сильнейшие команды – «Таможенник», «Сигнал», «Евромода» и «ЮДК-1». Напомню, что эти команды и в первом круге чемпионата города были лидерами. Возглавлял список «Таможенник». На втором месте был «Сигнал» и на третьем – «Евромода». Первыми сошлись в схватке «Сигнал» с «Таможенником». Игра была до того напряженной, что каждая секунда казалась длиной с минуту. Противники боролись отчаянно. Но победу одержал «Сигнал», обыграв соперника со счетом 3-1. Успех «Сигнала», как считают специалисты, в правильно выбранной стратегии ведения игры. Вторая игра «Евромода» и «ЮДК-1» закончилась поражением «ЮДК-1» 9-6. Главный судья соревнований Владимир Колосов считает, что победили сильнейшие в справедливой и честной схватке. Теперь в финале Кубка 29 января в 15 часов встретятся «Сигнал» и «Евромода». Оксана Картелян, Игорь Артюшкин, веб-студия «Курьер».